Всем привет, с вами Хан и игра Shadows Tactics. Так, в прошлом видео мы прошли... После падения Осакского замка новый сёгун объединил Японию. В последующие годы новые законы сёгуна стабилизировали обстановку в стране. Культура и экономика расцвели, а народ восстанавливался после долгих кровопролитий. Но сейчас хрупкий мир снова под угрозой. Ходят слухи о заговоре ради свержения сёгуна. Никто не знает личность лидера мятежников, но его имя шепчет на улицах. Каге-сама. В прошлом видео мы проходили пролог. Сейчас должна была начаться какая-то новая глава, но я что-то не понял, а какая именно. Почему-то сразу с кнопки продолжить началось. А там должно быть, я думал, надо будет выбрать сначала главу, какую я хочу начать. Блин, ладно, посмотрим, что это у нас. Нас тут ждет. Значит, у нас таймскип. В последней атаке вы проявили свою твердость, но оба забыли о защите. Самурай должен иметь терпение. А за его отсутствие он дорого платит. Нинтай га хицио дес. Само накереба иночи о отошимас. Вакаримашта. Понимаю, Мугин сенсей. Иссё ни татакаттемо маттаку канавану. Сенсей ва варе ро вместе нам не справиться с вами. Втаката но сэйчо. Я рад видеть ваш прогресс, Масару сам. Вы и Юриноски сам поистине сыновья своих отцов. Юриноски сама ва уэ сама тачино муско дес кара. Соно сайкаку ва учи ни немутте имас. Но все же вы сразили нас одним ударом. Терпение. Придет день, когда вы двое повергнете меня в бою. Как же я жду этот день. Прошу прощения, господин. Сёгун вызывает Муген-сама. Я сейчас приду. Простите, господа. Разумеется. Передавайте привет отцу. Брат мой, если вы назначите меня командующим войском сёгуна, я разыщу Каги-сама. Где бы ни прошептали его имя, назначу, если возникнет необходимость в таких отчаянных мерах. А пока вы склонитесь перед мудростью сёгуна, поговорим завтра. Разумеется, брат мой, я буду ждать последнего. Муген-сан? Нобору-сама. Господин Нобору? Оёбиде гозаймаска. Вы желали меня видеть, мой сёгун? Муген-ё. Муген, я получил донесение разведки о нелегальной перевозке оружия. Фургон с оружием отправляются в Киото. Тона. Киото-э мукау баша ни теппоу га носераре теиру. Каге-сама дешо. Это Каге-сама? Он начал действовать? Похоже на то. Я поручаю тебе остановить перевозку. Выясни, откуда оружие, и вне всяких сомнений найдешь нашего врага. Рад служить, мой сёгун. Здесь следует действовать осторожно. Будешь действовать от моего имени. Если нужна помощь, убирай людей осторожно. У меня есть кое-кто на примете. Прекрасно, тогда ступай, Муген. Приведи меня к Каге-сама. Я не разочарую вас, мой сёгун. Это он сейчас поди Хаята будет искать, да? Блин, а интересно, это третий-то, который стрелок старикан-то. Он выжил, нет? Но Муген живой, Хаята наверняка тоже. Сейчас это именно он сидит. А вот тот стрелок-то он... Вроде в него... Тебя не так-то просто найти, Хаято-сан. Такая же у меня работа. И все же я получил твое сообщение. Нужна помощь? У меня сложное задание. Я бы хотел разделить его с надежными людьми.
твоем письме. Я думал, это всего лишь слухи. Он реален, уверяю тебя. Настолько реален, что Сёгун считает его угрозой мира. И он готов охотиться на него. Я готов гоняться за призраком, если мне заплатят. Какова наша миссия? Завтра на рассвете батрак Накасенда объединит незаконный транспорт с оружием. Он пройдет через зону, указанную в письме. Я прощаю тебе остановить конвой и убрать офицеров охраны. По твоему сигналу я поведу наступление людей с Сёгуната. Значит, да, звучит достаточно просто. Хорошо, до встречи на дороге. Еще кое-что, Хаято-сан. Рад снова видеть тебя. Взаимно. Ниндзя и самурай. Да. Мне казалось, они должны конфликтовать постоянно. Тракт на Касену. Вы, значит, наверное, как глава называется, наверное. Ну, в любом случае, потом узнаю, как называется это глава у нас. Хорошо, думаю, что это тот самый караван. Интересно, почему они остановились? Кажется, часть моста обрушилась. Это мне на руку. Те, что с флагами офицеры. Думаю, стоит убить хотя бы четверых для верности. Надо четырех офицеров убить. Я выдам сигнал Мугену, когда закончу. А это статуя подходящее место. С помощью статуи подать сигнал. Они что-то ищут или кого-то. Лучше не привлекать внимания. Понятно. Так, ладно. Сохраняемся, наверное. Да? Ладно, сохраняемся. Давайте осмотримся. Должно быть, она где-то прячется. Продолжит пусть. Она здесь, я знаю. Она? Они какую-то девчонку ищут? Окей, так. А вот он. Это слишком ярко, по-моему. Так, теперь вопрос, как мне... Вот так. Сделан кому вот так вот. Блять, я запалился. Запалился. Хуёво. Не получилось у меня постался, но зато других хотя бы не сагрил. Это уже радует. Так что можно сохраниться будет. Здесь мне нигде не пройти, мне придется здесь идти. Кто шумит? Опа, это еще кто? О, ловушка какая-то. Ловушка. Интересно. Не двигайся. Кто ты? Одинокий волк? Опа, вот эту походу искали. Ребенок? Значит, тебя они ищут. Нет, не меня, я тихая, как кошка.
Что ты здесь делаешь? Я видела разные вещи в тех полосках. Им там не нравилось. И я решил забрать их с собой. Она воровка. Лучше беги отсюда. С детьми здесь случаются разные неприятности. Иди играть в другом месте. Вы видимо его мать дома? Я могла бы его помочь. Если вы меня отошлете, я снова стану совсем одна. Нет. Ладно, можешь пойти со мной. Но будешь слушаться и делать, как я скажу. Ясно? Так, у нас значит теперь... Хай, сенсей. Не зови меня так. Блин, это что, у нас получается вместо того стрелка теперь будет, да? Товарищ. Хотя вот тут я вот смотрю, вот это где в правом верхнем углу кружок такой с портретами персонажей. Тут, блин, получается у нас еще трое должны добавиться. Ну, понятно, третий Мугин. А кто будет еще два? Старик же должен быть померший, походу. Помер, наверное. Так. У тебя какие способности? Так. Свистом заманите врага в вашу текущую локацию. О! Вот это уже получше камня будет штука. Расставьте ловушку, которая убивает врагов, наступивших на нее. Не забудьте забрать ловушку. Дальность. Так, ну понятно. О, так, очень интересно. Очень интересно. Так, давай-ка мы Хаято спрячем. Девочка наша. Ну-ка, вроде. Ага. А вот девочка это сейчас мы сработаем. Так. Ага, окей, так давайте-ка мы ловушку поставим. Так, здесь ловушку поставили. Давай-ка. Попробуем. Встанешь, нет, на город? Есть, молодец. А, отлично, получилось. Так, забираем ловушку. Ловушку-то забрал? Не нужно, спасибо. А, он предлагал ей помощь, да? Давайте сюда кустик спрячем. Она его как волоком тащит. Ну понятно, у нее силёнок-то нету. Девчонка мелкая. Так, ладно. В таком случае смотрим куда. Подождите, я отвлеку их своим птичьим голосом. Им это нравится. Птичьим голосом. Так, сколько вас тут? Два. Давайте по одному. Так, стоят. Кстати, труп-то это надо убрать, я забыл. Блин, я выкинул. Кажется, все так просто. Это потому, что я взрослый. Ну да, ты взрослый. А вот она нет. Так. Сделаем-ка мы, пожалуй, вот так. Дай-ка попробуем сейчас. Так, теперь переключаемся на Хаято. Походу я место неудачно выбрал для Хаято. Хотя ладно, и так сойдёт. Так, круг бросаем. Окей. Так, теперь кустики прячемся. Что они там комментируют, вообще непонятно. Так, сохраняемся. Так, ну те двое у нас мирные жители, получается. Мне надо вот этого избавиться, а тех пока не трогаем. Так, давайте посмотрим, куда мне, собственно, надо вообще. Так, это с соломенной шляпе, это хуёво. Дать на целом шляпе это не есть хорошо. Так, командир один, его надо устранить будет. Кстати, я миссии-то не посмотрел. А офицер, их 6, да? 6 офицеров. Надо как бы убить как минимум 4.
Так, вот сюда вот камеру не сбегать, сюда нам не надо двигаться. Так, вот еще второй офицер. Здесь по мосту нам не пройти. Понятно, ладно, давайте тогда вот сюда, вот в эту сторону двигаться. Будем... Хотя вон там тоже можно того убить. Давайте вот этих двоих попробуем избавиться. Так, да, давайте попробуем это сделать. Так. Ну, пусть не удастся. Так. Вот этого можно призывать. Так, давайте-ка мы здесь поставим ловушку. Так. Так, окей. О, а этот-то зачем? Это же... Сука! А этот-то почему пошел? Он же ведь... Ну нахуй, давайте так, это перезагрузка, блин. Все равно сейчас найдут или еще... Нет, не найдут, наверное, не будут. Так, я все равно не понял, только, а почему они... Он согрелся, да? Так, все, давай еще раз. В этот раз не, он должен один согреться. Ой. Один должен пойти. Так, отлично. Так, давай-ка. Забрала ловушку. Так, а ты давай неси. И прячь. Так, вот это вот ее... Вот эта девочка, у нее хорошие навыки, мне нравится. Ее навыки мне нравятся. Так, надо... Так, вот это пока оставим. Вот эти вот двое мирных жителей, их убивать так-то не надо будет. Давайте попробуем... Пройти мимо них, что ли? Да, мимо них можно пройти. Так, ну-ка. Быки опасны, если их не их провоцировать. Этим можно воспользоваться. О, не обижайте его, быка? Нет, его нужно лишь подтолкнуть. Так, и как это сделать, я не понял. В смысле подтолкнуть? А как я должен подтолкнуть его? Кину в камень? Может? А, во! Нормальный вариант. Нормальный. Надо, блин, теперь эти согрелись. Ладно, подождемся. Когда они успокоятся. Хотя зачем смысл? Пока смотримся. Дальше подумал, ну, наверное, кого грохнуть. Можно, в принципе, вернуться назад, подняться сюда-сюда, убрать вот этого вот в шляпе, в соломе, пока этот командир вон там стоит. Да, можно как-то вот так сделать. Ну-ка. Мирный житель. А ну-ка, вот этот куда смотрит? А, ну этот фигня, ладно. Окей, так. Блин. Так, ладно, сохраняемся и давай. Сваливаем. Уходим отсюда. Идем вот сюда. Теперь эту девочку ты видел.
персонажи сталкиваются между собой все-таки. Миссия. Так. Бык. Насчет быка мы поняли. Так. Офицер. Офицер 2. Офицер 3. Ладно, фигня все это. Такс. Блин, сейчас подождем, когда командир этот уйдет, тот офицер. А когда он уйдет, устраним вот этого вот в соломенной шляпе. Так, все от этого. Да, кинем в пустынке. Все, трупешни кинули. Так, есть одно, но мы еще избавились. Дальше что? Дальше? Дальше мне надо бы от этого командира избавиться, да. Но от него можно избавиться с помощью ловушки. А теперь уже поздняк метаться, надо ждать, когда он уйдет опять. Блин, как долго, все тут так, в принципе, долго. Так, он сейчас придет, этого нету. Что он будет делать? Ничего, просто тупо стоит. А, где он? Ага, все-таки он потерял. Зараза, надо было сразу ловушку ставить. Сейчас нас запалит. Точняк запалил. Ладно, тогда давай заново. Ладно, давай заново. Быстренько забираемся. И ставим вон здесь вот ловушечку. На всякий случай уйдем вот сюда. Попадет, нет он в ловушку, интересно. Ага, он-то попал, а тот его запалил. Надо было как-то убрать этого мирного жителя. Но убивать мирного жителя это... Да, еще глупость. Да, нет. Такой вариант тоже не прокатит. Так, думаем. Вот этот мирный житель мне всю малину испортил. Как его вырубить-то можно? Тут же можно же как-то вырубить же. Я вот этого не понимаю. Как-то же можно было вырубить. Так, обучение. Ага, здесь обучения нету. Ой, зараза. Так, где-то же была информация о том, как тихонько вырубить. Применить навык. Смотри, так, камера. Общее. Нет, здесь нет этого. Но, блин, где-то же я видел информацию о том, как вырубить. Чтобы был не смертельным. Зараза. Как надо перемещать их всех. Так, запалит? Нет, он здесь. Он же сейчас сюда пойдет. И он пошел туда. Вот зараза, как же быть-то, а? Сбежал. Решил, что сбежал, да?
Так, ладно, окей. Надо подумать. Блин, все-таки надо выяснить, как это вырубить, а надо же ведь как-то. Как-то он агрит палить не должен, если я не убью. Если я нажму на X, то его убьет. Мне это не надо. А, вот как можно. Раз. Вот, оглушить. Так, окей, идем. Убивать мирного жителя мы не будем. Мы его лучше оглушим. Так, окей. Теперь. А, нет, давай-ка мы сделаем вот так вот. Лучше. Вы это оглушать будет? А вот этот у нас будет убивать. Вот так будет лучше. Так, давай теперь. Теперь мы поставим тут ловушечку. Ловушечку на этого командира. Так, окей, на командира поставил ловушку. Сейчас, надеюсь, он до нее доберется и встанет. Блин, тут еще в этой игре так-то все круто, но, блин, это вот ожидание тоже иногда напрягает. Но это ожидай, это скорее сам виноват. Можно, в принципе, и быстро все делать, но я не слишком осторожен и аккуратен, поэтому мне приходится медленно и аккуратно все делать, блин. Но аккуратно тоже не получается, насколько распалился. Присматривайте за крестьянами. Этот оглушенный, он, блин, так... Он, надеюсь, не встанет. Ай, блядь, на место него пришел другой. А, тот, который я вырубил. Ух ты ж, блин, а нафиг, а? Ну сколько можно-то, а? Ну вот сколько можно? Почему убил? Почему убийство? Да, блядь, ну какой... Какая фигня, давай. Заново. Какая-то фигня получается. Оглушили. Так, бросаем. Пусть лежит дальше. Так. А тот пусть там в ловушку попадается. Пока этот оглушенный валяется. Так, теперь надо убрать этот тупешник. Так, и кидаем его. Вот тот опять встал. И спрятался. Окей, он спрятался. Ладно, хер на него. Надеюсь, он палить меня не будет. Больше. Так, теперь надо подумать дальше куда. Мне надо вон того устранить, да? Хотя он, в принципе, мне не нужен, но... Ленивые повозки. Никто не смотрит вверх. Давайте прыгнем на крышу. На крышу говорите. Так, что тут у нас? Офицер 2. Устранен. Хорошо. Так, сохраняемся. Так. Оглушить? Не, давайте наоборот не надо. Этот будет убивать, а та оглушать будет. Так будет уже лучше. От этого трупа тоже надо избавиться. Хотя, в принципе, зачем я вообще это делаю, да? Зачем я убиваю всех? Мне это не нужно. Так,
Говорите прыгнуть на повозке, да? Ой, ё-моё, я пала. Так, мне надо вон того еще устранить, командира, да? Но, блин, надо сначала, думаю, сначала того. О, камешек. Камешек позволит избавиться от этого. Так, а этот куда смотрит? Это вон куда палит. А этот? Так, давайте мы попробуем. Давай-ка попробуем вот так сделать. Видишь, что большой камень скалей? Что думаешь о нем? Красивый камешек. Ему нравится скатываться в край. Может быть, он ждет кого-то внизу? Да, он ждет, только я бы что-то мне не получилось. Надо сейчас снова это сделать. Я сказал иначе, но теоретически верно. Как он запалил меня? А как он меня запалил? А, я спрыгнул! Вот в чем про... Блин, я спрыгнул и сам этого не заметил. Юх, туда я. Сейчас опять повтор этого диалога. Вот так. Те согрелись, да? Хм. Так, отлично. А что это? Мигает. А, это где? Это мигает иконки, когда диалог идет. Вот оно что. Так, ясно, от одного мы избавились. Теперь надо от того избавиться. Так, но есть проблема. Нас вот этот может запалить. Думаю, тут лучше надо использовать. Да. Можно использовать. Тень? Хотя нет. Лучше давайте-ка сделаем вот так. Ага, зря это. Не получится такой прикол у нас. Так, давайте-ка мы сделаем тогда иначе. Придется их одновременно устранить обоих. Сделаем это с помощью теневого режима. Да, режима тени. Чего? Камень. А, ну да, это подсказки-то эти. Камера развернулась. Развернулась, но очень дать удобным для меня вопрос. Хороший баланс. Уличные кошки. Уличные кошки. Я сейчас здесь в кустиках. Так, ты, дядька, у нас. Так, ладно, этот не запалит, а вот этот как? Этот запалит? В принципе, не должен. И тогда возникает вопрос. А давай так. Так. Давайте теперь попробуем режим тени. Так, давай. Иди сюда. Устраняй. И теперь меняем. Режим тени. Движешь сюда. Нет, оглушать мне не надо. Этих как раз оглушать не надо. Так. Придется убивать. Убить. Так, все. Ну, давай попробуем. Выполняем план. Ах, ты же, блин. Вот с ним я не рассчитал. С ним я не рассчитал.
Так, у девчонки по-любому так будет. Так, давай. Вот, так вот не видит. Так, давай. Режим тени. Бежишь сюда, убиваешь. Так. Так. Режим тени. Бежишь, убиваешь. Выполняем. Трое готовы. Не слишком ты хороша в этом деле. Не понимаю, о чем ты. Неважно, остался один. Что-то она темнит, она походу нифига, это не тихоня такая. Она походу тот еще профи на убийстве себе подобный. Так, это тоже в кустике сейчас замыкаем. Так, получается у нас минус 3 командира. Да, минус 3 командира. Здесь у нас все, здесь все сделано, получается. Теперь нам надо на ту сторону перебраться. Назо-назо-кана. Спрыгнуть вниз. А, вон он тут. Как? Ну ладно, спрыгнуть вниз. Дженби канрё. Спрыгнуть вниз. Так, окей, давай. То мирные жители, то мирные жители. Они нам не нужны. Так, окей, давай. Сохраняемся. Куда мы потом пойдем? Потом мы вон туда вот поедем. Все, прячься в кустике. Смотри, девочка. Ух ты. Ух ты, какое палево оказывается. Так, окей. Спрятались. Перебрались и спрятались. Теперь мне надо что? Устранить. Тут их трое. Вот этот ходит, патрулирует. Этот в соломенной шляпе командир. Его не отвлечь, но его можно убить. Его надо бы убить. Вот этот тоже ходит, патрулирует. Так. Ладно, допустим, вот этого я смогу убить сейчас. Спрячусь, заберусь сейчас, залезу, спрячусь в кустике. Да. Дождусь, когда он сюда придет, и его грохну. Так, вот этот дядька. С ним. Его можно будет привлечь с помощью ловушки. Так, давай. Так, есть. Давай. Сюда. Так, а вот это? Девочка сейчас будет у нас... Ловушку сейчас организуем. Надеюсь, он попадет в нее. Да. Так, иди сюда. И сдохни здесь. Есть. Тащи. Тащи, не ной. Малолетняя ниндзя, блин. Так, ладно, теперь надо устранить этого командира. Ну, сейчас мы это сделаем. Тут, я думаю, не трудно. Так, а тот, кто... Еще один командир ходит. Он куда патрулировать собрался? Ой, ёп, сельмокси. Как она здесь не просто оказывается. Ладно. Во, повозку можно столкнуть же. Ой, это фургон заблокирован колеса. Он хочет на свободу. Ладно. Тогда нам нужно убрать эти опоры. Да, сейчас уберем эти опоры. Зоо-но-башо-де, Муген-ни-айзу-окранеба-нара. Ай-яй-яй, я дурак.
Надо было труп оставить, да? Окей. Окейшки, ладно, сейчас сделаем так. Асокуно нибашага мирка. Кайхога нотриаста. Шаринга томераритерне. Джиюни наритагатерио. Нараба, томегу хакай стрибекида. Ну а ведь они же сейчас труп найдут, то ведь спалят же. Зоуно пасюде. Муген не айзу украдеба. Так, спрячься в кустах хоть. Сыгуни вакару. Ладно, окей, давай посмотрим, что у нас из этого получится. О, тут, блин, еще один. Зараза. И тут, блин, вон их сколько, оказывается. Я что-то думал, это трупы все. Ну, мирные жители или еще что. Она зараза, ладно. Тогда... Так, ну сейчас труп заметит. Да. Заметил труп и сейчас поднимет панику. Запалит, нет ее? Что-то я слишком нагло, походу, сейчас сделал. По-моему, сейчас слишком нагло сработал. И нафига я труп, правда, этот тащу? Я вообще-то хотел другое сделать, ну да ладно, фиг с вами. Главное, девка подкачалась. Так, в принципе, теперь мне можно не убивать. Мне надо подать сигнал. В принципе. Проверить с Хаято в кусты около статуи, чтобы дать сигнал Мугену. В принципе-то да, но... Если уж на то пошло, то надо бы устранить всех. Не знаю, а зачем я сюда привел? Как-то мне, по идее, надо вот тут пробраться. Хотя можно устранить же вот этого командира. И не только его. Вон того надо бы избавиться. Где он? Вот он палит того. А, вот он палит. Ага, запалил. А, нет, не запалил почти. Вон там вот тот чел сидит, мешает. Блин, зря я их сюда пустил, отправил, а? Зря я это сделал. И как теперь быть? Я накосячу. Серьезно, я накосячу. Так, ладно. Бля. Сейчас же опять начнет этот труп-то, он увидел же. Увидит сейчас и начнет паниковать, да. А ведь можно же и вот так сделать. Эй, блядь! Да ну нафиг, вы серьезно. Так, сделаем кому вот так вот. Да, вот так сейчас сделаем. Избавимся все-таки от него. Надеюсь, получится. Давай, зайди в зону действия. Да фигни. Ага, хуй там. Что-то он не заходит. Блин, как ты каждый раз, походу, по-разному действует. Да, иди. Иди, попади в ловушку. Э! Он мимо ловушки прошел! Да вы какого хрена? Да зараза ты такая, а? Ой, блядь, нет, я тебя все равно устраню. Вот тут. Поставим.
嫌なサプライズでしょ。え？ちょっと素敵なメロディー。ну, надеюсь, в этот раз не попадешь в свою ловушку. Наконец-то! Наконец-то он попался. Отоси не мурате хосите. Наконец-то мне удалось от него избавиться. Ой, что делать с Хаято-то теперь? Он-то у меня неудачно сидит. Я его вообще неудачно привел. Нафиг я его туда привел-то, а? Придется ему, походу, и дальше там сидеть. Так, что дальше-то? Спрятать тело в воде. Так, есть, от этого избавились. От этих избавились. От этого надо, гада, избавиться. Блин, девочка все-таки та еще. Убойная, блин, штучка. Она, походу, издевается над Хаято, представляясь неумехой. На самом деле, она, блин, тот еще профи похлеще Хаято, походу, будет. Так. Угон. И что там еще у нас по звездочкой? Сигнал. Понятно. Потом, так, центрировать камеру. Так, ясно. Теперь надо еще от одного от тех избавиться, от всех, чтобы освободить проход Хаято. Так. А получится ли нет? Ну-ка. Они тут все палят. Давай попробуем убить. Так. А мирного жителя мы глушанем. Эй! Ёбана в рот! Облом. Хреновая идея была, походу. Так, давай попробуем. Убить. Ага, палят. А эти палят, так, да? А как, в смысле, а зачем я это делаю? Вот я этого человека сейчас устраню. И все? И что еще надо? Так. В принципе, вот этот может теперь уходить. Сюда. Да, в принципе, так можно и сделать. Так, все в кустике. А те пусть все спят. Они нафиг мне не нужны. Так, теперь надо от этого избавиться. Что мы, собственно, сейчас и сделаем, да? Да, мы сейчас сделаем вот так. А может и зря я это делаю. Тут вон мирные жители могут меня запалить. Ну посмотрим сейчас, что получится.
Ага, он все равно не наступил на эту. Ой, болван, не получилось у меня прикола, короче. Приходюка не удалась. Давай вот тут сделаем. Блять, все равно запалил. Зараза! Так. А хотя кого я делаю? Ширикен ускал. Так, и вот так. Казеоки. Сюрикен. О, сюрикен, можно мне? Тайни дам да. Ты что захотела? Сюрикен ей. Подавай. Не доросла еще. У тебя своих приколюх, блин, получше, чем у Хаята. Хватает. Так, мне надо вот до статуи добраться. Для этого мне надо всех вот этих вот поустранять. Иначе нет смысла. Хотя почему? Можно, конечно, и не устраняя. Но я думаю, можно и устранить. Так. Здесь не пройти. Ну вот уродство. Че ему не нравится эта статуя? Прикольная статуя. Так. Посмотрим, кто где смотрит. Так. Маска. Это тут спалит, блин, зараза, эти двое. Здесь. Вот этот. Вот этого офицера, походу, не приманить. Свист. Да? Но мы попробуем, конечно. Мы попробуем сейчас свистом приманить. Что из этого получится? А, нет, какой свист она? Какой к черту свист? Блин, как же мне тут действовать? О! Вот этого можно по-любому устранить, можно. Да? Да, можно. Назо-назо-кана. Так, давай попробуем. Хотя. Может. Так. Вопрос. Блин, мне надо поставить ловушку. Давай где-то вот здесь поставим ловушку. Так, и теперь. Успей спрятаться. Есть. Блин, а это-то палит же. Ой, я болван. Вот я болван. Там же эти-то палят. И как же быть теперь? Они сейчас в кусты заглянут, и все, их она мне. Блин. Запалился все. Не получилось аккуратно. Опасности нет, продолжайте. Ну да. Мне надо ловушку срочно забрать. Так, ловушку-то мы забрали, а дальше-то что? Ну, допустим, ладно. Так. Теперь как быть? Вот тот в соломенной шляпе командир, он на мисс Вист и прочее реагировать, походу, не должен. Наполнен. Не должен. Он бросил свой пост. Он не бросил свой пост, он сдох на. Не, ну мы попробуем, конечно, его приманить. Сейчас проверим, короче, свист его уж не работает, нет? На него работает, нет, свист. Нет, на него свист не работает. Он не идет на свист. Он только агрится и все. Но на свист не идет. Да. Вот эти вот куда смотрят? Эти только так стоят, да, получается? Они не двигаются. Вот это проблема.
принципе, где у нас Хаят? Мне так надо до статуи добраться. Ну и желательно бы командир, конечно, грохнуть этого. Вот зря я это делаю сейчас. Очень зря. Да, я очень зря это сделал. Надо было дождаться, когда он уйдет. Зря я ее сейчас веду сюда. Да, слишком наглое действие. Убить всех офицеров? Да когда это? Я не убил всех офицеров еще. Запалит, не запалит. Запалил. Блин, я думал успею пройти. Ну, блин, как говорится, поторопишься, людей насмешишь. Так. Хайсэ-сэнсэй. Ой, я не заметил этот сигнал. А, заметил. Вперед, ради сёгуна! Вот и Муген пришел. Мы захватили полоску, почти не встретились сопротивления. Ты, как всегда, на высоте. Должен признаться, мне немного помогли. Да, я видел твою спутницу. Что думаешь на ее счет? Немного диковато, но у нее определенный талант. Или так, или я теряю бдительность. Как она ко мне подкралась? Что ты сказал, Хаят-сан? Ничего, ничего, встретимся в убежище, ладно? Как твое имя, юная девушка? Юки, мастер-самурай. Прекрасное имя. А я Ошира Муген. Мне... Ой, не нужно меня бояться. Вы друг Хаято-сан? Мне нравится так думать. Хотя он может с этим и не согласиться. Мастер-самурай, можно мне остаться с вами? Хотя бы ненадолго. Я думал, как поступить с тобой. Ты произвела впечатление на Хаято-сана, но все же подвергать ребенка такой опасности. Этот ребенок очень подозрительный как-то. Прошу вас, я хочу, чтобы он стал моим сенсеем. Он владеет приемом, который меня никто больше не научит. Я подумаю об этом. Ну что ж, вот и все. В этот раз, на удивление, я справился за одно видео всего лишь. И даже, походу, уложился в час. Да, почти уложился. В любом случае, как у нас там результаты? 45 минут, сохранений 48. Да. Загрузок 17, сигналы тревоги 2. Убито врагов 21 из 25, получено ранение 2. Убито мирных жителей 0. Обнаружен трупов 1. Максимум убийств Юки, максимум смерти Юки. Фига, вот, говорю же, она какая страшная, но он больше всех поубивала, блин. Так, ладно. Какие тут были задачи? Убить двух врагов с помощью большого камня, а какого-то второго. Убить двух врагов с помощью повозки. Раздразните быка, чтобы убить трех человек. Выполните миссию на высоком уровне сложности. Выполнить миссию менее чем за 5 минут. В принципе, можно, конечно, менее чем за 5 минут выполнить. Ладно, в любом случае, на этом мы с вами и закончим наше сегодняшнее похождение. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания. В следующем видео мы пойдем в город Имай. Да, в следующем видео пойдем в город Имай. А сейчас всем пока.